Эй, всем привет, с вами снова Бояр, и мы продолжаем проходить Serious MHD Edition The Second Encounter на уровне сложности крутой. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали! В предыдущей серии мы вот пришли оттуда из страшного коридора в Персепон. Мы там потели в предыдущей серии, поэтому она была коротенькая. Я ее немножечко средактировал, сузил, там где-то вырезал, тут где-то подкрутил, где-то подвертел вот это все, ну потому что тяжело было. Мы там умирали миллиард раз, как всегда. Если я еще не смотрел, вот ссылочку здесь ставлю, смотри, обязательно продолжаем. Продолжаем. Мы в Персепоне. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? О, я здесь скользко. Вы кто? Он такой красавчик. Можно как-то его покрасивее взять? Я бы его взял на превьюшечку. Ну, не знаю, не знаю. Ну, пусть будет так, окей. Очень скользко. Но сейчас опять будет война какая-нибудь. По-любому, скользкий пол — это не к добру. Тетя Маня здесь, скорее всего, прошлась по коридорам со своей, сука, тряпкой. Все наследила. Или здесь наплевали, нассали, возможно. Ты посмотри, как блестит. Блестит очень сильно, значит, скорее всего, здесь... О, нет, вот эти звуки очень не к добру. Очень не к добру. Ой, здравствуйте. Давайте мы будем стоять на месте. Потому что если будем двигаться... то просто-напросто F6 сразу. Сразу F6. Если мы будем двигаться, просто-напросто мы начнем скользить. Вот смотри, отпускай руки. Видишь? Смотри, раз. Опа! Видишь, скользит? Я не вру. Скользкий пол. Очень скользкий пол. А где табличка «скользкий пол»? Если пол скользкий, по правилам, по закону жанра, должна быть табличка «скользкий пол». Но вот здесь не скользкий. Вот здесь хорошо. А вот тут, там, значит, секретик. Давай, чисто ради интереса, я туда запрыгну. Чисто ради интереса проверить, что там. Возможно, это никакой нахрен не секретик. Нет, это не секретик, это мы просто обошли кругом. Гениально, мы потратили немножечко хп, чтобы нихуя не получить. Ах ты твою мать! Вот это реакция просто кота. Вот это была реакция кошки. Ух, как они достали врываться отовсюду. Просто отовсюду же они появляются. Здрасте. Извините, я вас тут потревожил, да? Я вас потревожил. Это Сэм пришел. Здравствуйте, откройте дверь. Все? Все успокоились. Лежать, сука. Потому что нехер. Отстань ты от меня. Да что ты? И сзади? Откуда? Так, подожди, надо... Подожди. Я не понял, откуда они взялись. Так. Сзади? Серьезно? Начали стрелять откуда-то сзади. Бля, какой-то гигант. Ну да, он еще, короче, сзади появляется. Смотри, значит, делаем так. Все, смотри. Смотри, четенько. Опа. Ну четко, вообще четко. Ну ты бы так не смог. Если смог, давай запиши и покажи мне, как бы ты смог. Ты бы так точно не смог. Ну это только я могу так. Только бояра так может! Где вот он? Ага, отстань. Ух ты, сука, куда побежал? Ну куда побежал, блин? Видишь, что убежать хотел? Ну Хэллоуин прошел уже, все, снимай свою тыкву. Да, я все еще, кстати, на ПП. Все еще жру зелень, всякие вкусняшечки, невкусные, без соли, без всего, воды пью, вагон просто надоело очень. Ну что поделать? Здравствуйте. Нас закрыли. Нет, не закрыли. Вот это лягушки внезапные. Давай, окей. Падаем. Ага, и бежим нахер отсюда. Ты что, дура, что ли? Да прекратите! Вы откуда все взялись? Давай бежать. Ха-ха-ха-ха. Видишь, что запрыгали? Ва! Да пипец какой! Нет, откуда вы взяли? Да подожди, я не могу. Да, хорошо, я понял. Я понял, это ваше. Сука, вот из-за кого. Вот из-за кого мокрый пол. Там, короче, лягушки походили, поэтому мокрый пол. Все понятно теперь. Ты видел, какие они скользкие и склизкие? Вот из-за этого мокрый пол. Все понятно теперь. Ну, да твою мать! Ну, серия очень динамичненько началась, очень динамичненько. Как-то, блядь, прям со всех сторон хотят нас сожрать, убить, наказать, уничтожить. Сколько можно? Сэм, ничего ведь... О, слоник. А вот и превьюшечка. Я вижу слона. Ой, сейчас вот эти открытые зоны. Давай почитаем. А, кто-то там появился, я видел. Это Elephant Atrium, Elephant Square.
Внезапно. The Elephant Atrium, Elephant Square. I can see the tower. This is city so much bigger than I thought. We can be here a while when I can see it's a weapon waiting for you in nearby building on the left and a hot tube in a building on the right. You choose, Sam. Короче, перевожу. Я вижу башню. Она такая огромная. Она намного больше, чем я подозревал. Мы можем... Чё? We could be here. Короче, это хрен знает. В общем, в левой башне у нас оружие какое-то, а в правой башне у нас... В горячей какой-то... Я хер знаю. Твой выбор, Сэм. Ну, твой выбор, Сэм. О, блядь. Здравствуй. Можно тебя убить сразу? Убить, просто убить, уничтожить. Это откуда, блядь, сейчас будет... Да ты что, серьезно? Внезапно. Я понял, окей. Там их оказалось больше, чем я думал. Так, сейчас сразу прочитаем. Типа прочитали сам. Ну, не перевела игра, ну, бывает. F6. Всякое бывает. Так, сейчас они начнут спавниться. Все, они уже начали спавниться. Я уже видел там одного черта. Или не видел? А, нет, видел. Внезапно, вы че, алё? Ну да, только откуда? Ты посмотри, он, сука, самонаводящийся еще. Отстань от меня! Иди нахер! Ну, сука! В бочину прям прописал мне. Какого хера? Короче, вот трубы где-то. А где трубы-то? Горячие трубы, сказали нам какие-то. Одна левая огромная башня, в ней оружие, а в правой горячая труба. А, ну вон, да, вот типа вот это горячие трубы. Там сауна, короче, там тёлочки, вот это вот всё, туда мы зайдём, Сэм там отдохнёт, с девочками пообщается, всё будет хорошо. Нет там никого. А вот здесь оружие, короче, это у нас оружейня будет. Ну да, вот оно, собственно, автоматик. Ну, Томпсон, он такой слабенький, на самом деле. Хотелось бы, конечно, миниганчик получить. F6 мы берем. И погнали. Вы все для меня станцуете. Ай, ну-ну-ну-ну, станцуем, конечно. Ага. А это уже танцы начались, да, Сэм? А это уже танцы начались, да? Это мы уже танцуем. Вот ты... Ой, не успел уклониться. Не успел уклониться. Патронов на него надо, а? Очень много патронов на него надо. Ну реально не успел уклониться. Где? Вот где? Слева где-то. Где-то слева, я слышу. Ага, вот он. Еще где-то справа? Ага. Ну, сука. Всем лежать! Сам здесь! У меня есть Томми Ган! Ну, слон хороший. Я его потом возьму себе. Вот еще где собака. Вот эта собака меня в тот раз завалила. Сейчас мы его сразу убьем. Птичек сразу. Откуда, блядь, в бочину-то? Ты прекращай так стрелять, алё. Да ты прекрати! Что ты делаешь-то? Нельзя так делать. Это незаконно. Это больно, это нельзя так делать. Вообще абсолютно никак. Вон он. Раз. Два. Ну, давай. У, сука, говна всякого зеленого нас спамили. Потненько. Надо хпшечку. Это была хпшечка. Там, скорее всего, тоже появятся эти роботы. Что-то появилось. Таблеточка. Давай возьмем таблеточку. Таблеточку беру. Ага. И даже никто не появился. Серьезно? Я взял таблеточку, внезапную, секретную таблеточку, и никто не появился. Нет, это неправильно. Это очень неправильно так делать. Все, больше ничего нет. F6 сразу. Тут надо F6 постоянно нажимать. Вот это я беру. Вот это хорошо, это нужно. Кто там? О, сука. Я думал, это кто-то есть, а это никто. Да? Да? Еще кто-то? Ага. Ну, это не страшно. Это не страшно. Где? Мне показалось или где-то я слышал зеленого? Мне же не показалось или показалось? Ну все, прекращай, отстань. Чего всем надо? Я просто иду за святым Граалем. Ой, ну конечно. Да, конечно, давайте. Давайте големы. Давайте големы. Почему нет, собственно? И сука, и он на опережение стреляет. Ты посмотри, он стреляет на опережение.
Блять, вы откуда там, алё? Вы откуда там берётесь? Вас там что, рожают? Уи-уи-уи-уи! Их там рожают, родильное отделение для этих орущих чуваков! Ну давай издалека посмотрим. Блять, надо хапешку срочно. Мне очень нравится, у меня всего 6... А, я помню, там соточка есть. Я помню, там есть соточка. Ну всё. Да, успокойся. Остынь, брателла! Оу-оу! Остынь! Успокойся! Посиди! Прекрати! Там еще кто-то? Трое. Он разделился на троих внезапно. Я думал разделять только на одного. Ой, на двоих. А тут внутри F6. Ну, хпшечки нет, ничего нет. Патронов, кстати, тоже нет. Патроны очень кончаются. Да, оружие мы взяли. Сейчас в ход-тюбе что там? Что это? А в ход-тюбе. Ух, сука. Какая у тебя срака. Какая жопа огромная, короче. Огромная жопа слона. Если такая хрень на тебя сядет, то все. Пиши пропало, все пиздец будет. А есть что-то секретики? Секретики какие-нибудь? О, хпшечка. Все сломали, ничего нету. Все сломали, ничего нету. У меня аж голова заболела. Они со всех сторон орут, что-то прыгают, бегают. А там есть... Там что-то еще сзади, смотри, есть. Ага, патрошки. Патрошки для снайперошки. Снайперошечка моя. Зарядил патронов в нее. Ага. Так, ну, сука, блядь. Это же просто... Так, вот это вот очень подозрительно. Сейчас по-любому вот эти роботы появятся. Ну да, блядь, ну да, сука. Ну да, ну да, ну да, ну да. Нет! А что делать? Ну, нет, я понимаю, что лучше не брать. Ну, блядь, надо взять и убить. И сзади, сзади, да? Ага, раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, ты посмотри, вот это, вот красота. Ради, сука, одной брони... Я потратил еще и хп, блять. Ну так бывает, ну что поделать, все, возьмем. Все нормально, зато секретных бойцов убили. Секретных механоидов. Или как-то механические, я не помню, как их называют, механические кто-то там. Так, а подожди. Ты, блядь, что совсем ебанулся, что ли? Ты дурак-то? Сука. Ну, сука. Так нечестно. Но это неправильно. Опачки, яичко. Ребят, это ваше яйцо, да? Я, простите, я не буду трогать ваши яйца. Я не буду трогать ваши яйца. Подождите. Раз. Два. Если это твое яйцо, извини. Погоди. Там же был проход еще один. Или нам туда вернуться надо? А все, закрыто. Превьюшечки нету, я не успел. Значит, яйцо будет. Яйцо будет на превьюшке, смотри. Смотри, будет яйцо сейчас на превьюшке. Сейчас все соберу. Беру мое. Вот что за яйцо? Что это такое? Ну это, знаешь, если подрисовать вот такие два кружочка, это будет очень занятная, так сказать, композиция. Я... Вот так вот, возможно. Как-то я не знаю даже. Как-то вот сфоткать надо. Я... Хрен знает. Оно огромное. Ну, знаешь, оно такое огромное. Может, сверху сфоткать? Сверху, кстати, лучше выглядело. Вот этот бы прицел убрать, на самом деле. Как-то бы вот... Как-то... Ну, блин, ну красиво смотрится. Ну, красиво, хорошо. Давай вот так вот. Ну да, вот так вот будет. Что-нибудь придумаю, там, не знаю. Куда туда-сюда. Вот можно это сломать там. Может быть, там секретное что-то. Не, нихера секретного нет. Но это не секретное яйцо, это яйца. Яйца. Берем. Так, водичка, окей. Плавать сейчас будем. Не... Шлем. 5 брони. Серьезно. Что за претарианский шлем? Что это? Что это такое? Что это? Ну, шлем, реально шлем. Ну все, поплыли. Что это такое? Рюкзачок. Вот, то есть нам сюда все-таки надо было, чтобы открыть центральную дверь, нам надо было сплавать, взять рюкзачок. Не знаю, почему именно рюкзачок. Возможно, в нем какая-то кнопка секретная, которую мы нажали, и сейчас ворота откроются. Возможно. Но это не точно. Сейчас мы вылезем, короче, и да, нас уже ждут. Ну, собственно, да, нас уже... А мы не взяли? F6, все окей, давайте проверим.
Давайте проверим, кто нас ждет. Я даже вот так, наверное, сделал. Ну там, скорее всего, скорпион. Ага. На. Ах ты, тварь. Я же слышал тебя. Я ж тебя слышал, падла ты такая. Ну почему ты прыгнул на меня, скотина? Вот. У, сука, 60 брони. Ты чё, дурак, что ли? Алло! Это чё сейчас было? Кнопочка, можно я приду, пожалуйста? Спасибо. Пиздец. Пиздос, что происходит? Ну, сейчас нас тут встретят, поэтому... Что? Что такое? А, да ты посмотри, не переводит. Короче, атриум слона, горячая... А, hot tube, горячая ванна. А я-то не понял сперва, я думал труба почему-то. А это горячая ванна. Посмотри, Сэм. Это какая-то древняя горячая труба. Ой, блядь, почему труба? Короче, горячая сауна. I wonder if there's bubbles. Bubbles, I'm bubbling right now. Короче, пузырьки. Я пузырю. Прямо сейчас. Несмотря на мою знаменитую историческую базу, наполненную базу, вавилоняне очень любили, вавилоняне любили чистое тело. Они очень часто мылись, и у них значило, что чистое тело – чистая душа. Душа, свободная от грехов. The equation was simple. Bigger sin, hotter water. Вот. И чем ты грешнее, чем больше у тебя грехов в душе, тем горячее водичка, собственно. Короче, если ты плохо себя вел, тебя садят в кипяток, нахер у тебя жопа горит, потом вот такой пузырь за место жопы, и ты как бы все хорошо. Ты не хочешь поплавать, Сэм? Говорит нам компьютер, но мы уже, в принципе, поплавали. И... А я знал. Сука, я знал. Эта блядская дверь нас убила второй раз уже. Второй раз нас убила. Давай вперед сразу. Вот все хорошо, F6. Что сегодня такое происходит с дверями? Я не... Умри, раз. Давай, поэтому... Не попал. Да переключить-то. Как он долго оружие переключает. Вот реально. Да, конечно. Как он долго оружие переключает. О, я понял, лайфхак. Лайфхак, говорю, алло. Да почему ты? Вот, все хорошо. Лайфхак думал, придумал, типа, знаешь, как в CS, типа, раз-два, раз-два, знаешь, раз. Ну, нет, не переключает. Вот, типа, Сейчас шарик, короче, мне прям в лицо. Нет, смотри, не работает. Пока он перезаряжается, все равно не работает это. Я думал, говорю, как в CS, знаешь, с АВП, когда в CS стреляешь с АВП, ты как бы стрельнул, убрал оружие, поднял оружие и снова стреляешь, и все нормально, все хорошо. Ну, тут так не работает. Как оказалось, тут... Сука. Как оказалось, тут так не работает. С АВП-шки тут не получается стрелять. Блин, я не помню, как это называется. Короче, когда ты оружие убираешь и сразу достаешь или меняешь просто на нож резко туда-сюда, и ты снова можешь стрелять. И вот это удобно. А еще быки, да? Понятно. А еще сейчас шарик в лицо прилетит. Нос, сука. Бычару подбил. Он подбил бычару сам. Да ты прекрати, почему вас так много-то? Это несложно, доджить эти шары вообще не сложно. Сука, несложно, ага, ну сука. Эти шары доджить абсолютно несложно. Просто главное, убить сразу этого демона. Раз. Два. Три. Четыре. Вот хорошо. Вот сейчас хорошо был. Он сам убил. Он, короче, сам только что убил быка. А, так у меня хпшечки не было, поэтому все было так. О, сука, я тебя вижу, демон. Ууу, я тебя вижу, скотина. Да пошел ты. Ай, не попал. Ну твою мать, ты сломал мне превьюшку. Я хотел этого слона запечатлеть. Я думал, мы не вернемся. Я думал, сейчас слона сфоткаю, и будет на превьюшке слон. Сука. А теперь он сломал мне превьюшку. Сперва нас закрыли, теперь он сломал. Ну что за... Сегодня день, короче, какой-то очень странный вообще. Да, еще где-то роботы. Сука, он сломал мне слона. Он сломал слона, серьезно. Скотина, ненавижу его. Просто взял и сломал слона. Час от часу не легче, на.
А ну-ка, ну-ка, конечно, как ты дверь. Сегодня, короче, двери просто против меня. Сегодня двери киллов сделали больше, чем я. Двери меня два раза убили. И просто закрывать и не дают пострелять. F6 нахер. Берем, берем. Здравствуйте все, кто вы тут? Все, мы пришли. О, куда, блядь? Да, встаньте. Ага, давай, постреляем. Да. Да, хорошо. Ты что там лезешь сзади, дядя? Тут бояра. Тут Сэрил Сэм. Дядя, нихер лезть вообще тут. Что где появилось? Что где появилось? Нет. Вот это херовый телепорт. Вот лучше... Блять, как я их ненавижу, этих ублюдских скелетов. Я их ненавижу. Скелетов этих ублюдских, они бесят просто. Я забыл про них, серьезно. Я про них забыл. Я просто про них забыл. Я просто про них забыл. Сзади. Сзади, 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 я помню, помню. Сейчас, короче, скелет наш побед. Да, вот все. Давай сразу. Ну, давай их на подходе брать. Брать их на подходе. Не, они не по. А что-то на подходе-то не берутся? Они берутся на подходе-то! Все? Успокоились? Нет, еще появляется. Ох. Давай, беги. Ну. Хорошо, там какое-то достижение в стиме вылезло, типа мы уже миллиард дохерили ар. Просто народу убили. Нам сразу дали достижение. Ну, нормально, вот сейчас хорошо. Вот видишь, когда знаешь несложно, ты просто приходишь один раз, быстренько пытаешься, не получилось, загружаешься и сразу с первого раза проходишь. Это легко. Это несложно уже. Че, открываешься? Это открывается, хорошо. Тут кто-то рычит. Рычать мне? Ну-ка прекрати нахуй рычать, блин. Я тебя порычу сейчас там. Че там такое? Давай анализ. Анализ, давай. Все, вот, наконец-то, перевод. Слоновий атриум, запертая дверь. На двери вырезана надпись. Эта дверь заперта навечно. Мне кажется, это пиздеж. Что-то мне подскажет, что это пиздеж, потому что... Навечно не может быть ничего заперто. Мы же крутой Сэм. Ой, тем более, тут броника столько. Это все неспроста. Это же неспроста. Был такой мимасик раньше очень, там, с Винни-Пух. Сидел, так сказать, застрявший. В норе у зайца, а заяц сзади стоял с прибором и делал... Так, посмотрим катсценка. О-о-о! Там пулемет, пулемет, я видел пулемет. Пулемет я видел, окей. И золотой слон. Конечно же, золотой слон. Как мне золотой-то слон? И кнопка, окей. Пулемет, золотой слон и кнопка. Броню берем. Где? Ну, конечно, и надо же было схватить эту броню. Это самые слабые существа в игре, и я получил от них люлей. Я получил от них пульку. Это нечестно, это неправильно. Самые слабые должны вообще по щелчку. Блять, твою мать. Ну конечно. Ну, секретное мутирование, как это? Ну это секретное мутирование. Без этого никуда. Это же очень секретное мутирование. Мутирование оно всегда секретное. Как без этого? Ну вот так вот. Мы взяли, мы хотели, да, мы даже не взяли, мы хотели взять ракеты. И, сука, дерево превратилось, ты посмотри. А я сделаю ход конем, смотри, я ломаю это дерево. Оно не ломается, а нет, ломается. Вот это вот, чтобы секретно не смутировало. Ну что-то мне подскажет, что это скриптовая штука, и, скорее всего, мы сейчас, если возьмем, он все-таки появится. Мы только что секретик пропарили, скорее всего, скрипт не сработал. Мы сломали игру. Блять. Мы сломали игру. Вот, можно этого слона на превьюху, пожалуйста. Оставьте мне его в покое, не убивайте его. Беги на меня. Да ты можешь на меня бежать? Можешь просто бежать на меня, сука. Где эта зеленая тварь? Вижу. Раз, два, три. Хорошо. Все, убил. Да, отлично. Еще кто-то хочет ракету в задницу.
ракету в задницу. Где? Да где ты? Я тебя не вижу. Я тебя только слышу, не вижу. Блять, я его не вижу. А, вижу. Ну все, все, успокоились. Все, больше нет никого. Секретных мутирований не будет больше. Сука. Сука. Ну это по-любому секретное мутирование сейчас будет. Ты посмотри, вот смотри. И? Никакого секретного мутирования. Нахер все деревья. Я помню, да, мы начинали игру с вопроса, что деревья ломать нельзя, там был егерь и браконьеры, если интересно. Вот ссылочка, если ты еще не смотрел эту серию. Но ты должен был уже ее давным-давно посмотреть, это, по-моему, вторая или третья серия. Вот, короче, сейчас я все почищу. Сейчас все почищу и возьму себе слона. Можно я возьму себе слона? Как-нибудь боком. Как-нибудь вот так вот, наверное, я возьму себе слона. Ну, хороший слон, красивый, я... Не, ну красивый. Я потом что-нибудь разберусь, короче. Кто там рычит? Сука. Опять закрытая дверь. Серьезно? Ну-ка, анализ. Анализ. Опять не переведено. The elephant atrium, you another locked door. Короче, еще одна закрытая дверь. Мы должны пройти через нее, мой дорогой мистер Стоун. Но нам нужна фигурка, чтобы открыть проход здесь. Смешная. Короче, она, скорее всего, в следующем зале. Или где-то еще. Но... Little cut secret. Я не знаю, что написано дальше, сука. Я не хочу переводить. Я не буду сейчас Google переводчиком сидеть. Короче, нам сказали, что чтобы попасть в эту дверь, нам нужна фигурка чего-то. Но раз нам показали фигурку, собственно, слона, скорее всего, это так оно и есть. Все, давайте заканчивать. Что-то аж лагануло вот так вот. Вот, мы на слоне закончили. Вот на этой вот красивой ноте. Слон. И у него ребра торчат. Все, никакой, сука, превью. Никому больше превьюху свою не дам. Это моя превьюха. Все, короче, расслабились. Ладненько, ребят, давайте. До следующей серии мы пока закончим. Пока подписан на канал, на группу ВКонтакте, на ТикТок, на Инстаграм. Все ссылочки внизу в описании есть. Давайте, до новых встреч. Пока-пока. С вами был Бояра.